Друзья, всем здравствуйте. Сейчас у нас утро. В общем, решил подойти посмотреть, как у меня здесь рыбка. Вчера вечером я ее забрал из общего аквариума в отдельный небольшой аквариум на 20 литров. Думал, что буду в этом аквариуме, значит, проводить ей лечебные процедуры, а в этом она будет сидеть отдельно от общего аквариума. Установил здесь фильтр мини-акваэлевский с аэрацией. Вот. То, что на дне немножко попало мусора, это не страшно. Просто я брал воду из общего аквариума, немножко зачерпнул со дна. Вот, пожалуйста, результат. В общем, рыбка погибла на следующий же день. Вот такая вот, друзья, печалька. Рыбку отсаживал, значит, отдельно, чтобы миновать инфицирование вот этих рыб, которые у меня в этом же аквариуме. Здесь скалярия, эпицилия, коридорос. Вот такая вот печальная, друзья, новость. Не знаю, стоит ли ей скрывать жаберную крышку или нет, но, в принципе, как бы хотелось бы, в общем, посмотреть. Если найду сейчас чем, то, в принципе, наверное, так и сделаю. Скрою, посмотрю, в чем же была проблема. Друзья, скрыл я жаберную крышку у рыбки. Вот в таком вот состоянии находится у нее жабры. То есть это не есть хорошо. Вот видите? Я не ихтиопатолог, и микроскопа у меня нет. В общем, но все равно заметно. Вот в верхней части, справа, слева. В общем, заметно, что поражены жабры. Но чем поражены, я точно сказать не могу. И тем не менее, что я не ихтиопатолог. Есть какое-то выделение, но не знаю, что это за выделение. Вот. То ли это капли воды стекают мелкие. Вот в верхней части, вот видите, есть какое-то движение, но я увеличить не могу. Вот как бы вам это показать? Присмотритесь лучше. То ли это жидкость какая-то выходит. Да, очень жаль, конечно, что нет микроскопа на камеру. Не могу сказать, что это. Вот такие вот, друзья, дела. В общем, посмотрели мы жабры. Что-то там есть, но я не могу сказать, что. В общем, рыбка ушла к Нептуну, а я буду собираться, сейчас поеду к Анастасии, мы договорились с ней сегодня встретиться, обсудить, значит, по поводу лекарств для аквариумных рыб, даже посмотрю, что у нее есть в наличии, потому что мне нужны и губки для фильтров, и фильтра хочу посмотреть. В общем, много есть нюансов, которые мне хотелось бы у нее посмотреть. Также, друзья, огромное спасибо всем тем, кто помог советом. В общем, большое вам огромное спасибо. Всем-всем-всем, кто уделил внимание. Всем пока. Значит, встретимся в новых видео. Да, конечно, в нашем деле, так сказать, не без потерь. Всем пока.